В этом видео мы рассмотрим с вами, как устроен вот этот вот экран, как его реализовать в шаблоне Юмакай. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. Мы с вами движемся далее. В прошлом видео мы с вами реализовали вот этот экран. Теперь давайте посмотрим, как устроен вот этот экран. Переходим в админку нашего сайта. Многие моменты я буду уже бегло пробегать, потому что они повторяются, чтобы просто не тратить ваше драгоценное время. Поэтому создаем новую секцию. Захожу в карандаш. Сразу дополнительно назову как-нибудь ее. Назову ее экран 3. Сохранить. Назад. Если мы посмотрим в демо-пример, давайте сначала разберемся с картинками. Сзади у нас есть одна картинка, на нее накладывается другая картинка. Как это устроено? Где взять картинки? Я говорил в прошлом видео. То есть, если вы хотите взять такие же картинки для тестирования, смотрите. Сначала давайте загрузим заднюю картинку. Для этого мы переходим вот сюда, вот в этот карандашик. Во-первых, наш контент разделен на две колонки. Сейчас вот здесь, вот, судя по иконке, у нас одна такая строка кликаем по иконке, выбираем вот здесь вот две колонки. Давайте ниже по настройкам. Расстояние между ячейками сетки. Я выбираю вот этот вариант. Дальше нет, нет. Вот здесь вот оставляем. Все остальное я здесь не трогаю. Поднимаюсь выше. Редактировать колонку 1. Кликаем сюда. Вот сюда как раз таки мы загружаем наше изображение. Я загружаю с компьютера. Изображение, естественно, я уже подготовил. Также взял их с демо-примера. На задний фон я выбираю соответствующее изображение, оно загружается у нас. Так, изображение загружено, выбираем его здесь, выбрать. Вертикальное выравнивание, выбираем вот этот вариант. Стиль оставляю как есть, ниже настройки оставляем без изменения. Нажимаем сохранить. Кликаем по кнопке изменить настройки. А ширину я выставляю Соответственно, ширина, та, которая указана в демо такой же абсолютно вариант. Высоту оставляю нетронутый. Размер изображения я выбираю вот этот вариант. Здесь я выбираю центр Left. А возможно, здесь, не знаю, в демо-примере выбран этот вариант. Но сейчас здесь что-то не то происходит. Картинка слишком маленькая. На самом деле, не должна быть такой. Оставим пока так. Вернемся сюда, когда наложим еще одно изображение. И здесь, возможно, поиграемся с настройками. Сохранить настройки назад. А здесь я нажимаю назад. Нажимаем назад. И добавляем. Вот видите, у нас два плюсика. Разделена строка на две колонки. В левую колонку. Кликаем, добавляем плагин Images. Так, ситуация уже меняется. Кликаем по Images. Добавляем сразу с компьютера загружаем второе изображение. Так, загрузка завершена. Вот это изображение. Выбираем выбрать. Ширина. Выставляю 720. Остальные настройки я оставляю без изменений. У нас уже что-то похожее. Дальше мы переходим в более тонкие настройки. Нажмем сохранить. Во-первых, переходим вот сюда вот настройки. Декорация объекта. Выбираем Default. Инвертировать стиль. Таким образом у нас появляется такая тоненькая беленькая рамочка на нашем изображении. Ровно так же, как это выглядит у нас, вы можете видеть в демо примере. Дальше выравнивание текста справа. Если вы внимательно присмотритесь и будете прокручивать ползунок, то тут у нас Присвоен параллаксом. Вообще везде присвоен. И здесь вот на фограмме я не заметил даже. Его даже не видно. Если вы хотите поиграться с настройками параллакса, то есть вот эта картинка верхняя, она движется чуть быстрее относительно картинки, которая сзади. Вы можете это видеть. Если вы хотите тоже настроить, поиграться с параллаксом, то анимация вот здесь вот в самом низу. Вот, выбирайте параллакс. Как только выбираете, появляется настройка. Измените настройки. Здесь можете просто играть с ползунком, посмотреть, посохраняться, как лучше будет выглядеть. Потом перейти вот сюда, тоже здесь поиграться параллаксом. Я этого делать не буду, ну не особо мне это интересно. Настроить это несложно. Наше изображение не прилипает к краю. Если посмотрим здесь, во-первых, верхнее изображение на заходит за границы, заднее изображение прилипает к краям браузера. Давайте посмотрим, что они сделали. Переходим вот сюда, вот в этот карандаш, в основную секцию. Здесь максимальная а ширина ставим нет. Сразу после этого картинка у нас прижимается задняя к браузеру. Далее внутренний отступ выбираю вот этот вариант. Сохранимся. Пойдем на сайт, посмотрим, что было. Обновляемся, что сейчас. То есть получается ситуация один в один. Мы добились такого же эффекта. Картинка задняя прижимается и это поверх немножко выступает. И нам с вами остается реализовать правую часть. Причем, вот это я показывать уже не буду, потому что уже в двух уроках я показывал, как это делается. Абсолютно здесь все то же самое. То есть это использование плагина Headline. Также вот здесь размещаете два плагина для маленького текста, для основного, ровно так же, как вот здесь. И я покажу именно, как реализовывается вот это у нас. Иконки с текстом и кнопка. Итак, я текст разместил. Далее я кликаю здесь по плюсику. Добавляем новый для нас с вами плагин. Вот данный плагин. Иконки с текстом. Выбираем его здесь. Пока у нас выглядит вот так. Кликаем по нему. Давайте добавим иконки. Добавить элемент. Кликаем здесь по изображению. И добавляем с компьютера иконки. Я их все выделяю. Открыть. Загружаем. Первая иконка идет, это гамбургер с лимонадом. В данном случае выбираем. Вот здесь она тоже отображается. Далее пишем здесь заголовок. Я просто беру все названия с демо примера. Вот здесь мы его тоже видим. Контент. Здесь какой-то текст. Вот он здесь тоже отображается. Нажимаю сохранить назад. Здесь все птички оставляем как есть. На этом уровне давайте переходим в настройки. Здесь по колонкам выбираем вот здесь две. Вот здесь выбираем вот этот вариант. Дальше здесь оставляем как есть. Здесь ситуация у нас меняется. Прокручиваем дальше. Стиль можно выбрать, например, H5. Контент. Вот здесь я выбираю Smell. То есть у нас меняется этот текст. Дальше у нас иконка не на месте. Здесь размер иконки я выставлю 1. Выравнивание я выбираю слева. Вот вы видите иконка, но текст далеко. Здесь надо выбрать 25%. То есть текст у нас пододвигается к иконке и остается приемлемый зазор. Отступы сетки я выбираю medium. Контрольная точка сетки. Length, desktop. Вот так вот выбираем. Здесь поставим точку «Сделать SVG стилизуемым с помощью CSS». То есть это значит, что мы можем назначить цвет нашей SVG-иконки. У нас она сейчас серая. Я выбираю вот здесь цвет «Primary». И иконка становится голубой. То есть благодаря вот этой птичке мы меняем цвет нашей SVG-шки. Прокручиваем в самый низ, максимальная ширина. А внешний отступ выбираем вот этот вариант. Таким образом наша иконка заголовка текст отступает от заголовка Так чтобы это смотрелось хорошо Максимальная ширина выбираю x-length Вот этот параметр Medium По центру Здесь я выбираю слева Здесь я выбираю medium А здесь выбираю по центру Наконец-то здесь настройки закончены Нажимаем сохранить Пойдем на сайт, обновимся. У нас уже смотрится достаточно интересно, практически так же, как и здесь. Что я предлагаю сделать теперь? Нажимаем назад. Смотрите, чтобы нам не повторять, у нас же еще надо 4 таких элемента поместить, поменять тексты и картинки. Но чтобы нам каждый раз это не настраивать, заходим еще раз в наш грид. Вот она наша иконка с текстом. Вот здесь есть иконочка копирования. Мы нажимаем на нее, и у нас вот здесь появляется копия. Нажимаем еще раз, с теми же настройками и еще раз. И они ровненько здесь уже смотрятся. Нам лишь остается зайти в каждую и поменять заголовок, описание и иконку. Я думаю, вы это сделаете без меня. Я сейчас это тоже сделаю и поставлю видео на паузу. Итак, я заменил иконки, даже не везде заменил текст. Сейчас это уже не важно. Сейчас просто я вам показываю. Посмотрим на сайте. Уже что-то интересно. Нам лишь остается добавить кнопку здесь. Так же, как в демо. Ну, кнопка, ведущая куда-то там, на какую-то внутреннюю страницу. Добавляем с вами кнопку по плюсу. Кнопка, она здесь так и называется button. Вот она здесь. Выбираем. Кнопочка добавляется. Заходим в нее. Здесь изначально не видно ничего. Нажимаем добавить элемент. Назад нажимаем вот он, вот этот самый элемент. Вот он текст на кнопке меняется здесь. Сразу куда ведет кнопка «Привязывайте ссылку». Я привяжу, например, на какую-нибудь статью. Цель, как открыть ссылку, например, в новом окне. Стиль «Дефолт». Здесь сохраняемся. Назад. Переходим в настройки. Прокручиваем чуть ниже внешний отступ. Я выбираю «Медиум». Максимальная ширина выбираю «XLERG». Здесь я выбираю «По центру». Выравнивание текста выбираю Слева, здесь я выбираю медиум. Альтернативное выравнивание по центру. У нас кнопка отличается в демо она синяя. То есть смотрите. Вот сюда заходим в самой кнопке, в самом низу. Да, вот здесь вот выбираете разные стили. Примери, например, вот она тоже синяя. Сохранить. Разница, что это сделал не так. Здесь кнопка у нас по левому краю. У нас я страницу обновил. Она немножко уехала. Давайте посмотрим. Вот это вот настройка выбираем слева. Сохраняемся. И иконка теперь, точнее, кнопка на нужном месте. По клику ведет на статью. Можете посмотреть на разных устройствах. Все смотрится великолепно. То есть контент перестраивается. Все смотрится достаточно прилично. Кстати, я только сейчас обратил внимание, не знал, что так можно. На иконках вот здесь внизу, именно планшет и телефон, если вы кликаете, вы видите разворот экрана. А если вы еще раз по иконке кликаете, она и здесь меняется. И здесь меняется. То есть ориентация планшета, то есть как будто повернули его, тоже меняется. Еще раз кликая на эту иконку, возвращается. И то же самое на мобильном. Кликаем, кликаем еще раз, ориентация здесь тоже меняется. То есть просматривать в разных вариациях, в развороте. Я сам случайно сейчас только что это заметил. У нас еще с вами остался маленький штрих. Весь контент в правой колонке, текст иконки, он относительно наших фотографий смотрится по центру. Нас же все прижато отсюда к верхнему краю нашей картинки. Давайте это исправим. В настройках мы с вами переходим на наш экран 3, вот в этот карандаш и заходим вот сюда, редактировать колонку, именно вот эту вторую колонку. Заходим. Вот здесь вот выбираем вот этот вариант. У нас уже мы добились этого, то есть у нас контент сместился ниже. Стиль выбираю здесь дефолт. На этом уровне сохраняемся. Пойдем на сайт, обновимся. И в принципе, у нас с вами все готово. Мы закончили с вами создавать третий экран. На этом давайте поставим паузу и продолжим в следующем видео.